со снежинки начинаем наш рассказ. Вот, значит, буддийская ступа Катманду. Большая ступа. Ну и вообще окрестности Катманду. Точнее, какие окрестности. Сам Катманду. Сидим в ресторане с прекрасным видом. Что еще можно показать? Ну, так крыша Катманду выглядит. Целый день вот здесь ходят по часовой стрелке люди. Кто-то против часовой ходит, но против мало, меньше намного.